Сегодня, для того, чтобы стать сильнее, мы должны будем делать как можно больше киллов. У нас запускается катка в обычном режиме. Играется 12 раундов, и цель каждого — набить определенное количество киллов для открытия оружия. Ну а потом мы сражаемся на открытых оружиях один на один. Так что не забывайте подписываться на канал, ведь до 150 тысяч осталось чуть-чуть. Мы запустили обычку просто потому, что у каждого было больше шансов набить 30-ку киллов. Всего у нас зачет идет 12 раундов, поэтому мы максимально должны выжать из себя скилла и вот не сливаться вот так вот позорно. Просто сбриваю. Минус 84. Ну что такое? Так, ладно. Нам нужен другой план. А какой? Ну давайте, можно в целом купить МП9. Сразу запушить нижнюю темку. Просто пробежать вот так вот, да? Хорошая флеша. Работаю. Ну я дал только один килл. И второму минус 60 дал. Ну ё-моё. Ладно, ну сейчас закуп есть. Но я должен хотя бы, ну, 10 киллов-то дропнуть. Чтобы с пистолетом бегать. Первый килл есть. Я испугался, но убил. Ладно, второй есть. И последний был в миду с дробовиком. Да, вон тот баран. Ладно, 45 секунд есть, нормально. Команду затащим и 4 килла мы точно дадим. Отлично. Ох, нифига. 81, ладно. Так, ладно, третий раунд. И у нас пока что лишь только один килл. Видимо, я зашел не за ту команду, походу. Один есть, найс. Найс! 3 килла! Итого 4! Найс! Еще один есть! Хорошо! Уже 5-й килл! Уже 4 килла за раунд! Все, просто, let's go! Просто еще и раунд затащили, 4 килла дали. Вот это я понимаю. А у нас уже 8 киллов за 4 раунда. Неплохо. Пока что у нас есть только четверка, это плюс-минус половина пистолета. А раунд у нас уже 3-й идет. Так что, как будто пора поднажать. Сука, украли. Ах, я идиот, я просто, ну, баран, я не знаю. У меня 5 киллов за 5 раундов. Я играю как полный ботинок. Ладно, пришло время реально годного оружия. Так, есть. Еще один. Ну, сука, какой я тупой, 6-6 иду. Хотя я знаю, в чем причина. Большая часть моего инвентаря состоит из дешевых пушек. И поднимать что-то дорогое я, конечно же, пойду на Case Hunt. Ведь тут совершенно бесплатно за ввод промокода Ураган вы получаете бонус роу, в котором можно выиграть 4 позиции. Кейс, скин, рубли на баланс и дополнительные проценты к пополнению, который также дает мой промокод Ураган. На эти проценты можно открыть огромное количество кейсов. И еще бонус. За это же открытие вам будут даваться кредиты, которые в дальнейшем можно обменять либо на кейс, либо на скин. Ну и если вас не устроил дроп, закидывайте в апгрейд, выбирайте пушечку, которую хотите, и нажимайте кнопочку запустить. Если выстрелом попадет в цель, то вы выигрываете скин и забираете его себе. Ну а в контракте закидывайте много пушек, и из них делается одна подороже. Также тут есть ежедневные розыгрыши, поэтому досматривайте видосы и залетайте на кейс. Все ссылочки в описании. Кого-то убил! Убил, убил! Хорошо! Найс, еще килл сюда! Еще килл! Хорошо! 3 килла уже, найс! Все, шорт у вас, надо просто схавать его и все. Сюда к попу! Я на первом месте! Я зашел посреди катки просто, мы еще камбэк даем, ребята. 13 киллов, это 6-й раунд. Но за 7-й раунд, к сожалению, 0 импакта. Так. Да вот что он там делает вообще, ладно. 8 киллов за 7 раундов. На пистолет еле как мы наберем. Вообще есть один план. То, что я должен просто сейчас продавать всех своих тиммейтов. И бегать просто последним набивать именно фраги. Звучит как мысль. Да пи... А, чё, всё, блин, а? Ну ладно, самое главное, мы дали 13 киллов. Это было 7 раундов, то есть нам еще 5 раундов надо отыграть. Так что погнали на найскатку. Так, ну чё, погнали, 8-й раунд. Короче, смотрите, что мы сейчас делаем. Мы просто берем береты и просто пушить идем. И все. Это наш план, надо просто больше киллов забрать, и все сейчас. Ох, нет! А, ладно, один забрали, окей, все, один забрали, то есть 8 раундов, у нас 14 киллов. Прошло у нас тем временем 8 раундов, я набил только 9 киллов, пистолет, ладно, есть.
Бля, позор мне, один килл. Ладно, пистолет у нас есть. Но нам осталось всего-то сыграть 3 раунда. И на ту же даже ппшку я уже не накоплю 100%. Я просто буду играть с пистолета. Да, не, я не понимаю, реально, либо я настолько слабый, либо противники сильные. 12 киллов, ладно. Еще 2 раунда, и по факту мы можем спокойным образом накопить хотя бы на дробовики. Ну что, 9-й раунд, погнали. Наша тактика не меняется, будем просто пушить, пока да и все. Один есть. Второй есть. Только 2 килла, ну не. Так, ребят, 10-й раунд, мы продолжаем пушить по КД, ничего не меняем. Ой-ой-ой-ой-ой, не, подожди, что-то не пошло, погоди. Но нет, это просто не все, я поплыл. Так, у нас осталось 2 раунда, нам в идеале. Нам надо набить еще 5 киллов, чтобы было всего 20, чтобы мы с нормальным оружием могли бегать. Но нет, это все, это я поплыл. У нас остался последний раунд, и нам надо дать хотя бы 2 килла. Да, это проблема. Ладно, у нас все, у нас последний раунд, нам надо что-то предпринимать, поэтому погнали в нижнюю темку. Все, минус 1 есть. Надо убить, надо убить, надо убить, надо убить. Найс! А мне все, у меня... Все, ну 3 килла, но это был последний раунд. Того мы дали 18 киллов за 12 раундов. Ну что, ну чуть-чуть не дожали, 2 киллов не хватило. Все, ладно, давай. Это у нас последний шанс вырваться хоть в какой-нибудь топ. Если мы сейчас проигрываем и не даем 2 килла, то мы реальные бомжи. Ну, точнее, не мы, а я. Ладно, первый есть. Второй есть. Короче, у нас дробовик плюс пистолет. Я конченый бомж, и мне надо реально возвращаться в эту игру адекватно. Так, сколько у тебя киллов получилось? 18. Блядь, у меня то же самое, у меня 15 киллов. Следовательно, нам обоим доступны только пистолеты и дробовики. Но пистолеточка у нас ясно, понятно. Дробовик мы тут не купим. Мы играем, если что, только на А. Блин, а как тут кидать флешки? Ой-ой-ой, очень опасно и максимально странно. Так... А! Чего? А как? А как у тебя хп? Чего вообще? Я думал, хае за спину полетит туда и так. Я тебе сотку с хаешки дал, охренеть можно. Не-не, ты попал с пистолета и потом просто еще это. А, все, вопросов нет. Ну тогда берем крокодильчика и идем на дирать жопу. Вот так, значит, да, играть будем? Тогда. Карта, конечно. Не, красиво выглядит максимально. А то как флешки кидать через яму, я вообще не понимаю, но в принципе и ладно. Так, я почему-то уверен, вот да. То, что он, сука, с диглом будет. А что-то лететь будет сегодня или нет вообще? Ах ты, сука! 87! А ты слышишь, а ты фига ли гранаты вообще юзаешь? У нас граната от 25 киллов вообще. А точно! Я имбецил! Ну, я вообще... Все, ладно, вопросов нет. Ладно, один на один, как настоящий вестерни. Готов выйти давай, на дигла? Давай. Конечно. Вообще, все, я в пит иду. Револьверы, ну тогда ладно, у нас револьверов нет, ну плюс они полное дерьмо здесь. Так, ладно, делаем вот так вот. Ага, просто в сайте сел, вот говнюк. Тихо. Найс, отлично. 2-1 пока ведем. Ну есть такое. Ты понимаешь, что мне типа только с диглом играть? Ну по сути вообще. Так почему? Ты можешь спокойно к питу пробежать и типа и с дробовиком фигачить. Блин, я еще гранаты постоянно по КД покупаю по привычке. Так, подожди, а смоки мы будем использовать? Нет, вообще ничего. Все, ладно, я куда-то один в очко кинул, поэтому нормально. Пикать будем сегодня? Нет. Логично, мега логично. А я чё у тебя пушу вообще? Слышишь, что так я вот я тоже больше не понимаю. Я вообще на Б буду играть. А, вот, ну то есть я пачку... Я тебе опять покупаю гребаные хаешки. Ну нарушаешь. Только так и умеем, слышишь? А, вот как мы заговорили. Понял, ладно, без проблем. Аля, ща в ноль за такие слова, ты понимаешь? Ну ладно, в единицу. Так, делаем вот так вот и ждем. Пикать будем сегодня, Олег? Нет. Ну пожалуйста. Нет. Ну пикни. Нет. Вот так. Блин, мы мид играем, нет? Не-а. Ну, я ебал, конечно. Я тебе первый должен был давать голову. Ладно, хорошо, без проблем. Сейчас мы делаем вот так, вот так вот. И, о, вот с этим красивым побегаем. Но я играю только на диглах. Да помнишь? Я понимаю, то, что, ну, на другой ты не способен.
Просто пиздюк, я устал тебе давать минус 50, минус 60. Ну так а как иначе-то? Ладно, делаем просто яичный желток тебе сейчас. Это как понимать, это что такое? Сейчас поймешь. Ну, ты готов получить по жопе, да, разочек? Да сейчас, куда а? Я по... Да, блядь, я опять купил смог, флешки, я идиот. Ну как иначе? А никак иначе. Просто выбегаем, получаем в лоб, идем спать. Ух ты, тихо. Две головы. В полете! Вот он, тот самый красивый килл. Не, ну пока мы очень плотно друг к другу идем. Это потому что нам надо было тридцатку дропать. Вот я не знаю, мне максимально не везло там. У меня там затупники были по большей части, наверное. Не знаю. Ладно, поджимайся максимально близко ко мне. Давай, я жду. Не, ну все, Олег, пошло в одну калиточку, понимаешь, как бы? Не-н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 е. Да-да, сдавайся сразу же. Вообще первый раунд-то нечестно взял, но берем в курсе, да, вот так держим. Ну, кстати, тоже верно, ладно, врать не будем. Разрешаю тебе хаешку тоже использовать. Не-н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 е. А, ты типа не слабый, да, как я? Нет, конечно. Все, понял, вопросов нет. Блять, вот эта перестрелка просто максимально красивая, изумительная. Сука, я думаю, на пистолетах продолжим. Не-не-не-не-не, какие? Пиздюк! Тактики вообще какие-то галактики там будут присутствовать? Так невозможно, а как он мне тут делать вообще? Ну, что-нибудь придумать, я не знаю. Через мид нельзя мне либо пауз, либо пит выходить. Ну, пробуй. Ладно, хорошо, давай. Вот сейчас, ну, самая изнуряющая тактика будет. Готовься к этому. Иди ты в задницу. Так, ладно, два раунда до смены сторон. Не, ну за КТ я точно все раунды возьму, я это понимаю, я просто сейчас тебе поддаюсь, понимаешь? Не, у меня вообще нет смысла с диглом играть, реально. Слышишь, надеюсь на рандомные. Ну это по факту, да. Когда делать будем, не будем, нет? Куда ты убежал, в конта? Да, я никуда не убегал. А в смысле, а где ты? Олег? Где я есть? Там, где я есть, меня уже нету. Ты ебанат вообще космический, ты что вешаешь? Подожди, СВ читс. Ну а что, как? Мувимейкер хренов. Полмен, так сказать, в деле, ты еще думал, а? Ладно, ладно, сейчас все будет. 6-6 заканчиваем, я тебя выигрываю, как нефиг. Оп. Ты вообще ебанат или да? Оп. Охуеть. Ты максимально будешь крысятничество вот это проявлять свое и играть как бесс. Ну вот смотри, блядь, внимательно, ты сейчас так на стифте ходить будешь, ой-ой-ой. Ты вообще, ты про меня это заговоришь? Про тебя, про тебя, про кого еще? Блин, как тут красиво. Так, делаем вот так. Да, блядь, читы или что, я понять не могу. Да какие читы? Мне реально, ну, пора в игру возвращаться, я как полный бот играть начал. Ну, наверное, не знаю. Фух, нормально, 85 мне дал, но отсосал. Иди там с деглом. Ну да, что мне делать, камбэкать надо. Я девочка, и что дальше? Не-не-не, кто же говорит, что девочка? Тактик просто, что тут? Этого... Да не, это тут... Отлично, 93! 7 хп! Бля, у типа реальный вестерн. Взял себе ревик и идет щелкает. Охуеть. Блять, кто этот человек? Объясните мне, пожалуйста, он конченый. Вот это было хорошо. Он со мной сейчас просто как с чихуахуа играется. Найс, nice, хорошо. Так, ну чисто, ну, к сведению, осталось 3 раунда выиграть и мне, и тебе. Олежа, куда мы? Ебать, он просто на... Да, конечно, я буду убегать у тебя дробовиками, там на близкой дистанции, о чем еще остается делать? Я уже все, я не понимаю, я не в этой реалии. Он, ну, реально сверхразум. Он может миллиарды лет не играть в КС, он выдает, ну, пиздец какой-то. Олег, тактику менять будем хотя бы, ну, нет, на последний раунд. Просто нет, пит на яйцах, нет, да, будешь нет, бегать? Да, конечно, как иначе-то, Артемка, ты чё думал, а? Ну чё ты, мистер бомжастик, бомбофунтостик. Ну, бомжастик. А, в спину, ну, найс, моя победа!